Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Сегодня вступил в силу республиканский закон, ограничивающий время розничной продажи алкогольной продукции на 4 часа. Также по новым правилам не допускается розничная продажа на автостанциях, в парках, местах массового отдыха граждан, а также в ларьках, киосках, палатках, павильонах и в других помещениях, не приспособленных для продажи данной продукции. Кроме того, спиртное нельзя продавать в помещениях, переведенных из жилого в нежилое и расположенных в многоквартирных домах, либо в помещениях, непосредственно примыкающих к многоквартирным домам. Напомним, что Верховный Урал Республики принял закон о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции на территории Республики Тыва на октябрьском сессионном заседании. Кроме того, в Туве также спиртное не реализовывается по воскресеньям, а также каждую последнюю субботу месяца, который объявлен Республике днем здорового образа жизни. До данного ограничения в республике продажа спиртного производилась с 11 до 19 часов. Теперь время продажи сокращено с 11 до 15 часов. В России, согласно постановлению правительства от 18 ноября текущего года, федеральный перечень реабилитационных мероприятий, предоставляемых людям с инвалидностью, дополнен новыми видами средств реабилитации – брайлевским дисплеем и программным обеспечением экранного доступа. Также документом предусмотрено внедрение механизма ежегодной актуализации и классификации новых технических средств реабилитации. В рамках порядка, полномочия по определению которого предусматривается закрепить за Минтрудом России, предполагается предусмотреть получение предложений от заинтересованных министерств, ведомств, организаций о включении в классификацию новых технических средств реабилитации в рамках федерального перечня. При этом планируется предусмотреть создание комиссии из представителей Минтруда, Минпромторга и Минфина России, а также экспертов в области технических средств реабилитации и общественных организаций инвалидов. По результатам принятия указанной комиссии решение будет осуществляться внесение соответствующих изменений в классификацию в части исключения каких-либо технических средств реабилитации, либо включения новых модификации в конкретную группу, установленных федеральным перечнем, а также в раздел классификации, предусматривающий возможность самостоятельного приобретения инвалидами изделий и последующего получения за них компенсаций. С 1 по 10 декабря в Туве пройдет декада, посвященная Международному дню людей с инвалидностью. В целях привлечения общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказания им и их семьям практической помощи, региональным правительством утвержден комплексный план мероприятий. В рамках декады по всей республике запланированы мероприятия с участием органов исполнительной власти, социального блока, общественных организаций и людей с инвалидностью. В первый день декабря декада начнется с дней открытых дверей в организациях социальной отрасли. Службы занятости населения во всех районах проведут ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Министерстве труда республики пройдет встреча с родителями детей с аутоиммунными заболеваниями. Также будет организован круглый стол. По линии Министерства образования и науки Тувы пройдет семинар для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Министерство юстиции региона окажет бесплатную юридическую помощь нуждающимся инвалидам. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень регионов России, которые в 2018 году получат субсидии на выплаты семьям с третьим ребенком, говорится на сайте Российской газеты. По словам премьер-министра, документ утверждает перечень регионов, которым в следующем году направят субсидии на предоставление семьям ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Деньги на эти цели предусмотрены для 60 регионов. На такую помощь в следующем году понадобится около 50 миллиардов рублей, около 20 миллиардов из которых федеральные средства. Деньги на субсидии уже заложены в бюджете. Это часть нашей работы по улучшению демографической ситуации в стране, поддержке семей с детьми. Подобные выплаты в целом неплохо себя зарекомендовали, подчеркнул Медведев. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 28 копеек, евро 69 рублей 50 копеек. Санкт-Петербургский оптовый склад номер 11 представляет. Ликвидация склада обуви. Более 100 моделей для мужчин и женщин. Скидки до 70%. Только один день, 2 декабря, в Центре русской культуры. Кочетова, 135.
Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семёновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. LED-телевизор Sony с диагональю 80 сантиметров всего за 18 990 рублей. RBT.ru. В декабре стартует студенческая олимпиада «Я профессионал», которая пройдет в два этапа – отборочный и заключительный. Заочный отборочный этап олимпиады пройдет с 1 по 10 декабря. Задание будет представлять собой тест из 30 различных вопросов. В каких-то из них нужно будет выбрать один или несколько вариантов ответа, а где-то сопоставить правую и левую колонку. На выполнение дается 2 часа. По результатам теста будут отобраны те, кто примет участие в очном этапе. Олимпиада пройдет по 27 направлениям от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. Задания и кейсы разрабатывают научные сотрудники и профессионалы крупных государственных и частных компаний. Цель олимпиады – предоставить студентам возможность продолжить образование в ведущих российских вузах и начать карьеру в компаниях-лидерах российской экономики. В интеллектуальном соревновании смогут принять участие бакалавры, специалисты и магистры. Победители и призеры получат денежные премии, максимальные баллы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и перспективу стажировок в компаниях-партнерах проекта. По итогам Олимпиады появится единая национальная база «Молодые профессионалы», на которую смогут ориентироваться крупнейшие работодатели страны. Университеты из 30 регионов России уже заявили о готовности поддержать проект в качестве партнеров и предоставить площадки для проведения олимпиады. В селе Хандагай Таверского района прошло заседание общества фтизиатров Тувы под председательством первого заместителя министра здравоохранения республики Белыкмы Мангуш. Место проведения мероприятия республиканского значения выбрано не случайно. Аверский район прочно держит лидерство в борьбе с распространением туберкулеза в течение ряда лет. Показатели смертности и заболеваемости туберкулезом среди детей уже несколько лет держатся в районе на нулевом уровне. Число больных с активными формами туберкулеза с 2000 года снизило с 41 до 10. С целлярными формами с 25 до 5 человек. В решении заседания общества фтизиатров поставлена задача обеспечения 95% охвата населения профилактическими осмотрами, проведения контроля внутренней миграции населения, оказания адресной социальной помощи семьям больных туберкулезом, осуществления взаимодействия с общественными организациями и другие. В Национальном музее Тувы завершилась монгольская выставка восковых фигур хан-ханов. На торжественном закрытии выставки, посвященной исторической личности Чингисхану, выступил директор Национального музея Кадрол Бичелдей. С радостью докладываю всем присутствующим, что выставка удалась, и даже больше, чем удалась. За это время, один месяц времени, выставку посетили более 7 тысяч человек. И выставка полностью себя оправдала как с точки зрения воспитательного, патриотического воспитания, изучения истории родного края, изучения истории Монгольской империи, Монголии. Кроме того, на закрытии выставки объявили результаты конкурса «Селфи. Я похож на Чингисхана». Напомним, что конкурс стартовал 20 ноября. Участникам нужно было сделать креативную фотографию на фоне восковых фигур. Так, по итогам народного голосования, лучшим стал ученик 4-й школы Кызыла Субудай Хертек. Поздравляю. Напомним, что уникальная коллекция восковых фигур Чингисхана и его ближайшего окружения в Туве открылась в конце октября. Она состоит из 13 восковых фигур. Это семейная династия полководца, сыновья и его самые приближенные воины. Отмечается, что над созданием выставки работала группа из 40 человек, и главным девизом была «Историческая правда в произведениях искусства». Они работали над созданием не только внешнего сходства, но и над исторической достоверностью одежды, оружия и других деталей образа. Экипировка воина, костюмы выполнены на основании археологических находок, относящихся к периоду правления Чингисхана.
Туве прошел первый республиканский чемпионат по рукопашному бою среди силовых структур. Третье место в командном зачете и 7 медалей в личном первенстве заняли полицейские Тувы на прошедших соревнованиях. За кубки и медали боролись сильнейшие спортсмены-полицейские, судебные приставы, службы ГО ЧС правительства Тувы, Росгвардии, а также представители общества «Динамо». На открытии первого республиканского чемпионата по рукопашному бою среди силовых структур с торжественной речью выступил глава Тувы Шалбан Караул. Повторюсь еще раз, то, чем вы занимаетесь, это особый вид спорта, и более отечественный вид спорта. Мы с вами знаем, самбо, рукопашный бой – это то, что родилось на наших российских просторах. Зал спорткомплекса был полностью заполнен болельщиками, которые аплодисментами и овациями встречали участников и бурно поддерживали их во время выступлений. Все бойцы были настроены на победу и продемонстрировали зрителям зрелищные нокауты и нокдауны. Напряженное соперничество длилось на протяжении всего соревнования. Балл, красному балл среднему. 10 секунд до конца встречи. В завершении турнира победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами. По результатам боев первое общекомандное место получили сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов. Второе место завоевала сборная службы ГО ЧС правительства республики. Третье место заняла команда Министерства внутренних дел. Третье место занимает команда МВД по республике Тыва. Отмечается, что мероприятие проводилось с целью определения сильнейших спортсменов и развития рукопашного боя, также и для формирования сборной команды республики. Пожалуй, самая низкая цена на шубы. Пришла зима, а это значит, пора позаботиться о тепле и комфорте на долгие месяцы. Во все времена и по сей день лучшей защитой от холодов и непогоды, а также роскошным украшением, символом статуса и хорошего вкуса является шуба из натурального меха. Компания «Белка» рада предложить тувинским модницам и модникам новую коллекцию изделий российского производства. Шубы из мутона, бобра, каракуля, французского селекционного кролика, а также обновленные изделия из норки, овчины и лисицы. Точное отражение тренда. Компания «Белка» радует своих покупателей высочайшим качеством изделий из меха и кожи, приятными и понятными ценами, а также возможностью приобрести любую понравившуюся модель в честную рассрочку на срок 6, 12 и 24 месяца, без первоначального взноса и переплаты. На выставке меховой компании «Белка» представлено более 1000 классических и современных моделей женских шуб, а также мужские куртки из натуральной кожи, дубленки, головные уборы и восхитительные варежки тонкой работы. Компания предусмотрела полный модельный и размерный ряд от 40 до 62 на любую фигуру. Все меховые изделия имеют сертификаты и чипы. Выставка-продажа будет проходить с 29 ноября по 10 декабря в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина. Город Кызыл по адресу улица Интернациональная, дом 3, с 10 до 19 часов. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ночью минус 22, минус 24 градуса, днем минус 13, минус 15. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане погода облачная, без осадков. Температура воздуха утром минус 18 градусов, днем минус 9. На Полке пасмурно. Температура воздуха утром минус 16 градусов, днем минус 11. В Танзыбее пасмурно, мелкий снег. Температура воздуха утром минус 16 градусов, днем минус 11.